Всем привет, меня зовут Юлия, я бренд-менеджер импринта Freedom. Сегодня я расскажу про нашу новинку «Песни вечных дождей». Это романтическая фэнтези про трех сестер. В серии будет три книги. Значит, что необычного про этих героинь? Они все обладают разными магическими способностями. Ларкира способна убивать монстров своим пением, Ния обладает даром гипнотического танца, и Арабесса, она может играть на любом музыкальном инструменте. Они живут в королевстве воров, где любые леди и лорды могут оказаться коварными преступниками. И по сюжету нам рассказывается про первую сестру, которая как раз может убивать пением любых монстров. Она должна выяснить, что за эликсир поставляют князья в королевстве. То есть король подозревает своих подданных, и она должна выяснить, в чем же дело. Такая вот прекрасная обложка. Также в книге есть карта королевства и есть глоссарий, так как в книге много персонажей и необычных видов магии. Поэтому приглашаем вас прочитать и окунуться в этот необычный мир.